Прийти к компромиссу, не обращаясь в суд. Вот уже 8-й год у казахстанцев есть такая возможность. Решать конфликты мирным путем при помощи медиаторов становится модно. В канун единого дня медиации в областном доме дружбы прошел день открытых дверей. Жалобы и предложения двух сторон услышали не только профессионалы, но и наши корреспонденты. Найти выход там, где, казалось бы, его уже нет. Нелегкая работа профессионального медиатора. Разрешить конфликт, найти общий язык с людьми непросто. Но, тем не менее, с этой задачей уже 8 лет в стране справляются на ура. Накануне единого республиканского дня медиации на базе областного дома дружбы прошел день открытых дверей. Солдат Дудпаев, медиатор, мирить людей и решать конфликты начал 6 лет назад и не пожалел. На его счету уже более 200 дел, разрешенных до суда. Сегодня сарыкольский медиатор в день открытых дверей слушает проблемы горожан. Я все в районе, в райцентре провожу на профессиональной основе. В год бывает от 30 до 80 медиативных соглашений. Характер бывает разный. Есть уголовные дела, есть гражданско-правовые. Были и административные, поэтому вопрос актуален, поскольку судебная реформа в Республике Казахстан предусматривает гуманизацию именно в плане судебной части. Соответственно, народу это такой закон необходим, поскольку судебный процесс, как бы он ни был бы, все-таки носит он обвинительный характер, уклон. А в данном случае мы находим точку примирения, и стороны расходятся удовлетворенные. В Кустанайской области довольно неплохие показатели. Все чаще люди обращаются за помощью, так сказать, к профессиональным мирителям. В регионе действует 28 кабинетов медиатора. За полгода работы удалось разрешить более 60 спорных вопросов. Кроме консультаций, которые мы сегодня даем, если будут вопросы, у нас будет мастер-класс. Ну и, скорее всего, мне придется проводить мастер-класс, где мы, наверное, будем показывать процедуру медиации, возможно, разыгрывать какие-то небольшие ситуации и покажем, как работает медиатор. Кроме этого, сегодня консультацию профессионалов мог получить каждый желающий. Помимо этого, в рамках мероприятия подписан меморандум между Советом медиации областной ассамблеи народа Казахстана и управлениями здравоохранения и образования. Айнура Байгужна, Бахтияр Жантаев, телеканал Кустанай.